Привет, меня зовут Алексей, и в этом видео я расскажу, как создать вот такой интересный эффект из ваших фотографий ночного пейзажа. Для повторения вам потребуются следующие программы: Adobe Photoshop Lightroom, LR Timelapse и также StarStax. Ну и, конечно же, исходный материал. Поскольку данная технология схожа с техникой съемки звездных треков, вам потребуется штук 50-60 снимков звездного неба с пейзажем, снятых практически без промежуточных пауз, кадр за кадром. Минимальное количество, пожалуй, штук 15. Остальное это уже на ваше творческое усмотрение. Итак, я отобрал 60 кадров из длинной таймлэпс сессии и поместил их в отдельную папку. Для начала я экспортирую исходные файлы в формате JPEG. Для публикации в интернете этого будет, пожалуй, достаточно. Конечно, если хочется максимального качества, то экспортировать надо в формате без сжатия, например, TIFF. Экспортированные кадры я загружаю в программу StarStax и складываю в режиме Average, чтобы убрать шумы на пейзажной части фотографии. После этого я запускаю программу LR Timelapse и открываю папку с этими кадрами. Ставлю два ключевых кадра на первом и последнем снимках. Жму Save XMP Metadata. И теперь снова открываю Lightroom и считываю метаданные. Делается это правым кликом Metadata Read Metadata from File. Вижу, что на первом и последнем кадрах появились звездочки. Значит, все сделано верно. Данные кадры стали ключевыми. Теперь инструментом Crop зумирую последний кадр. После этого в Lightroom жму Metadata Save Metadata to File и возвращаюсь в LR Timelapse, в котором жму Reload и Auto Transition. На этом этапе LR Timelapse автоматически зумирует промежуточные кадры на основе ключевых. Генерирую превью, нажав Visual Previews, и вижу, что все сделано верно. Должно получиться плавное зумирование. Теперь снова переключаюсь в Lightroom и жму Metadata Read Metadata from File. И экспортирую снова последовательность в том же формате, что делал и в первый раз. Теперь загружаю эту последовательность StarStax и складываю в режиме Gap Filling и установив галочку Commit Mode. Можно поиграться настройками программы, подвигать этот ползунок, чтобы получить тот результат, который вам понравится. По окончанию сохраняю итоговый файл. Теперь запускаю Adobe Photoshop и, используя инструмент маски, совмещаю оба кадра. На одном пейзажная часть с минимальными шумами, на втором небо со звездами в виде радиально размытых треков. Вот такой интересный эффект можно сделать из ваших снимков ночного неба. Можно его повторить и на бесплатных программах, но тогда придется проделать больше ручной работы. А так эти программы позволяют автоматизировать процесс и ускорить обработку. Если этот видеоурок был вам интересен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо за просмотр, пока-пока!